Итак, красавчики, 6-й дивизион, 7 очков. Осталось 4 игры. Продолжаем. Так, Кислока красную карточку получил. Так, Боруссия Дортмунд, Гёце в центре, Мхитарян справа. Вот любопытная пара. Кагава и его визави Негрет. Кстати, на что они способны? Кагава, игрок, который парой передач может... Да ну как ты ловишь, капец. Это что за прием? Что за ошибки на ровном месте? Не нагреда, да, блядь, забей хоть раз. Центру. Прямо по вратарям. Так они прямо. Теперь в атаке. Оливер Клор. Ля. Азар. Негредо Санчес.
Ну что такое? Удара нету. Зачем так сильно? Это что за пас? Головой. Задолбал на его вышать сквозь игрока, блин, как-то. Так, куда ты сместился? Да ну забей! Желтую не надо показать. Ля. Чисто в ноги срубил его. Даже желтая не дает. Даже нарушения ничего нет. Офигеть. Замена. Посмотрим, сможет ли проявить себя новый игрок. Команда готова к тренерской установке. Получены, можно начать. Это может быть опасно.
пронесло. Куда? Пас. Этот пас на ход вообще не работает. Фигня какая-то все время. Тащит вратарь. Ну попадите, ну как тяжело, чтобы вам попасть. Как он, блин, сквозь игрока, блин? Не пробиваются они как. Пробей этого вратаря уже. Пец. Там накрывайте. Как он дал пас вообще? Я на всю силу нажал почти. Так, куда ты дал, блин, ближний набегает, он дает вообще в никуда.
0-0. Не получается ничего. 8 очков. В следующей серии.